Ажурный узор со сложной декировкой выполняется на однофантурной вязальной машине. Раппорт узора 16 петель. Для вязания нужны декеры от 1 до 6 игольного. Если таких нет, можно воспользоваться 2 и 3 игольными и делать переносы петель в 2 этапа. Начинаем раппорт с перевития боковой части раппорта. Меняем местами первую и третью петли. В этом же ряду надеваем на центральную иглу раппорта 2 соседние петли. Получаются ажуры. Провязываем 2 ряда. Каждый раз выполняем перевитие первой и третьей петли. И по раппорту переносим на центральную иглу петли двухугольным декером. Провязываем 2 ряда. Затем трехугольным, четырехугольным, пятиугольным и завершаем раппорт шестиугольным декером. Получаем расходящиеся ажуры. Выполняем 4 ряда переносов петель шестиугольным декером. И начинаем раппорт с первого ряда.